Вот, короче, какое идет тут веселье на Design Automation Conference. Да. Вот, так сказать, люди в зале, вот, элита мировой электронной промышленности. Сейчас найду какую-нибудь знаменитость. Где-то тут бродил Джон Сангвинетти. А, вон он. Вот, человек, который создал Chronologic VCS, вот, который принес $1 миллиард. Вот, но не ему, а компании Synopsys.